Красная луна. Что ты скажешь о Красной Луне, Наоми? Тебе нравится Красная Луна? Ага! А что ты думаешь, почему она красная? Красная! Как кровь. Не знаю. А что ты скажешь про этот костер? Она меняет всегда цвет. Иногда она желтая, иногда она белая, иногда она синяя, а иногда она красная. Она меняет цвет. Скажи, а что думаешь про костер, который взорвался? Вот этот? Что думаешь про костер? Про костер? Ты бы испугалась, когда он взорвался? Испугалась. Очень испугалась? Нет, не сильно. Я побежала даже к маме. Слушай, я думаю, что это потому, что мы с тобой заклятие сделали. Правда, Наоми? Угу. Ты думаешь, с заклятием связан взрыв костра? Это волшебный костер. Мы сделали какое-то заклятие, а ему заклятие не понравилось, поэтому он взорвался, да? Да нет, у него были такие штучки, и поэтому он их взорвал. Я думаю, что потому что заклятие не понравилось. Нет, ему понравилось, он просто кусал. Заклятие? Нет, он кусал эту штучку, и поэтому взорвал. Слушай, а может быть Красная Луна ему сказала, что нужно взорваться и нас напугать? Испугался? Конечно, я испугался. А Саша? Тоже испугался. А мама? Вообще испугалась. А я? Ты заплакала практически. Костер, он такой, да? А я? Может, это Луна его подсказала? Да нет, я шучу. Луна все виновата. Красная Луна, вот она. Нет, она ни о чем не виновата. А Луна не виновата, да? Все, пока.